Это самая закрытая система в стране. Я разговаривать не буду, пока вы не выйдете. Проникнуть туда практически нереально. Снимать не торопитесь. Там за закрытыми дверями настоящий детский ад. А він кричить: «Я не хочу в клітку, я не хочу в клітку». Убийство. Його добре мусив хтось бити трубою. Сексуальне і моральне насилля. До кроваті прив'язувала Гатило. Притягнути до відповідальності, чому? Тому що це покази дитини. Изжившая себя система детских интернатов перемалывает детские судьбы. Дитину опускали в яму. Больше сирот, больше денег. Дети становятся средством производства, средством зарабатывания денег. $1000 в месяц на ребенка от государства, но до них доходит чуть больше 30. 85% финансирования закладу идет на штат и на будивлю. За годы независимости через мясорубку интернатов пройдет около 500 000 человек. Половина из них в первый же год попадает за решетку. Здесь как в интернате. Дітям, які приходять до нас з інтернату, їм набагато простіше адаптуватися до цих умов. Тобто вони вже це все і пройшли. Другі не знають, як жити самостоятельно. За мене все роблять. Дійсно, коли ти вийшов з життя, а де, а хто буде це робити? В інтернаті, як в казенній, сухій системі, прежде всего, нет любви. Ненужные дети, они готовы умереть, чтобы спастись от одиночества. Я не чувствовал себя, что я кому-то нужен. Я пошел на контакты защищать его один. Уникальная история, как группа меценатов, волонтеров и активистов решила сломать прогнившую систему. Мне больше привлекает идея, при которой я не могу, не помогаю как бы отдельно каждому. Мне хочется дать людям возможность. И дать шанс детям без детства на достойную жизнь. Мы помогли радикально поменять судьбу примерно 400 детям.